Национальное бюро по противодействию коррупции объявило о задержании главных государственных аудиторов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Кабаева и Жангирбаева. При проведении плановой проверки должностные лица получили часть взятки в сумме 16 миллионов тенге от генерального директора РГП «Казахавтодор» Мукашева и его заместителя Шамишева за неотражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств. В данную схему были вовлечены все руководители областных филиалов «Казахавтодор», которые собирали взятки для государственных аудиторов. В настоящее время все взяткополучатели и взяткодатели водворены в ВВС ДВД города Астаны. Досудебное расследование продолжается.